Всем привет! С вами ваш переводчик Аслхан, и сегодня у нас своеобразная певица из США Жаклин Ван Бирг. Не забываем подписываться на наш телеграм, нас уже 2000 человек, ссылка будет в описании. Всем приятного просмотра! Как из лунного сна. О, если б знала ты, что мне нужна только ты одна. Ливни долгие лили, были ночи без сна, но в стуже сердце озарило, как весна, только ты одна. О боже мой, его вибрато! Такое поразительное. Мне понравилось, как он начал так воздушно и мягко. И там было так много контроля. А потом он перешел в такой настоящий низкий регистр с таким полным и зрелым звучанием. Для его возраста. Это было что-то по-настоящему красивое. И что-то такое таинственное в его голосе. Он такой... Он звучит настолько зрело. Вернемся немного назад. Это было великолепно. Ливни долгие лили. Вибрато. Были ночи без сна. Но в стуже сердце озарило, как весна. Только долгим огнем пылать в мгле и мне насте. Дай мне, чего? Ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. Ночь замкнула ресницы. Забыты звуки, руки, лица. Мне нужна только ты одна. Что? У меня мурашки по всему... У меня прям дрожь по всему телу. Какие нафиг мурашки? Это дрожь, аж прям до трясучки. Есть что-то в этом такое призрачное. В его дыхании, голосе, в нем так много зрелости. Это как многолетняя душа в молодом теле. Понимаете? Что-то такое... Загадочное и очень глубокое. Глубокое-преглубокое. И когда он переходит в свой более оперный голос... Народ, этот парень просто... Его инструмент. Он досконально знает свой инструмент. Вот так играючи переходить с одного регистра на другой, но при этом он не отключается. Чувствуется, что когда он поет, он вкладывается. У каждого предложения, у каждого слова есть свое место. В этом я называю это нашей музыкальной шкатулкой. Точнее, голосовой шкатулкой, не музыкальной, где мы создаем звуки в зависимости от того, как мы хотим спеть. Головным голосом, грудным голосом, фальцетом. И он проходит через все это.
при этом сохраняя значение слов. Это прям-таки головокружительно. Давайте начнем вот отсюда. Околдован тобою, выпью зелье до дна, и ты вернешь меня из песни в этот мир. Только ты одна. О нет! Мне лучше присесть. Вы это серьезно? Что я только что посмотрела? Вау! Итак, знаете, я не люблю, когда певцы занимаются вокальной гимнастикой. Но он охватывает так много регистров и стилей, и это даже не выглядит как то, о чем я сказала. Это как целое приключение, которая постоянно наращивается и обостряется. И в конце фейерверки и грандиозный финал. Он безумно талантлив. Я к тому даже не знаю. Боже мой, он же может петь метал, может петь в рок-группе, а может быть поп-звездой, может петь оперу. Он может петь все, чего душа пожелает. У него классическое образование. Но он также использует современную музыку. У меня, честно, крыша едет от того, сколько контроля, диапазона и эмоций есть в нем. И чтобы все эти составляющие были вместе, это ж такая редкость. И это даже никакая не вокальная гимнастика. Он делает что-то другое. То, что он делает, это какой-то запредельный уровень того, чего я никогда не слышала. Честно, я никогда такого не слышала. И мне понравилось то, как он начал. По его утонченному тону можно было сразу сказать, что он настоящий мастер. Это сразу было видно, что он знает свое дело. Но потом, когда он продолжил, и когда перешел за вот эту вот грань, я уже была никакая, вообще Бэткенский. Я не верила, что он сделает это, а он сделал.
Он пел оперным головным голосом, таким удивительным, этим бельканто. И пропел еще больше, и насыпал туда еще чего-то. И это было... запросто. Это было так легко для него. Посмотрите на его позу. Это очень интересно. Когда вы поете, есть определенные позы, которые помогают в пении. И у него всегда это под контролем. И в то же время он полностью в этой песне переживает эту историю. Это абсолютное... вау! Я хочу послушать это еще раз. Надеюсь, вы не возражаете. Потому что где-то вот здесь моя фляга засвистела. Ну давайте. Видите позу? Это было так призрачно. И мне это понравилось. Это было как что-то такое потустороннее. И это было так мощно и душевно. О божечки! Я смеюсь, потому что вальтанулась в край. Не от всех артистов теряешь дар речи. И он один из них, потому что я не видела кого-то такого молодого. Но с таким контролем и таким утонченным звучанием. Это так... так... там же не было ни одной корявой ноты. И вообще нет вопросов к его звучанию. У него все было идеально. Это ненормально хорошо. Всем спасибо за внимание. Подписываемся на Жаклин. Подписываемся на наш Телеграм. Всех люблю. Всех обнял. Пока. Глубокое приглуб... глугоб... глубокое приглугоб... глубокое приглугоб... приглубокое... глубокое приглуб... имеющее значение глубокое приглубокое... глубокое приглуб... глубокая приглубокая. Глубокая приглубок. Глубокая приглуб. Глубокая приглугу. Глубокая, глубокая, глубокая приглубокая. Глубокая приглубокая. Глубокая приглуб. Глубокая. 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 Глубокий. Глубокая приглубокая. Глубокая приглубокая. Глубокое приглубокое. Глубокое приглубокое. Глубокое приглубокое. Глубокое приглубокое. Глубокое приглуб... глубокое приглубокое. Глуго... глубокое приб... глубокое, глубокое приглубокое.